Всем привет, как дела? Как настроение? Продолжаем прохождение игры «Белый день». Так называется эта школа. Так, здесь у нас надо найти какие-то подсказки, где есть цифры с паролем. Что-то лежит на столе. Ну, идем на второй этаж, разведываем обстановку, что к чему. А здесь дверь уже открыта. Документ. Женщина заперта в шкафу. Так. Здесь у нас просто рассказ. Здесь у нас студия получается. Студия звукозаписи. Успокоительная. От нервов. Здесь уже кого-то покрошили. Кровавая рабочая тетрадь. Рабочая тетрадь по математике с кровавыми пятнами. Что здесь произошло? Кроме тетради в крови и пятен крови. Это как надо держаться, так, чтобы такие следы остались? Идем дальше. Вроде бы нету никого. Вот мне нужен этот класс. Взять ключ. Есть что? Ничего нету. Это что? Это у нас расписание уроков. Какие уроки проходят на этом этаже? Чего тогда это открывается, если здесь все пусто? Здесь тоже нужен ключ. Здесь нужен ключ. Мужской туалет. Персонаж все такой же. Туалеты такие же, монеток нету. Нигде не вижу. Здесь у нас есть что-нибудь? Здесь тоже нет. Кулер стоит. Все то же самое, как на первом этаже. Только это на втором. Что-нибудь где-нибудь спрятано, нет? Ля, какой я красавчик. Дверью по голове получил. Есть кто? Никого нету. Где что-нибудь есть? О. Это странного вида дерево. Чем-то напоминает на пальму, либо банан, либо кокос.
Записка в почтовом ящике уборщика. Я временно закрыл двери в фойе второго этажа, потому что некоторые дети прокрадываются в аудиторию, который был закрыт. Если вам нужен ключ, найти его можно в сейфе, в главном офисе. Я оставил пароль внутри элементов, которые мы всегда используем. Очень интересная подсказка. Даже, я бы даже сказал, полезная. Это странное дело. Какие они документы используют? Какие предметы они используют всегда? Здесь все закрыто. Весь второй этаж закрыт. Что это? Это что? Чупа-чупсы? Два чупа-чупса. Здесь еще подсказки на стенках, что ли, я не помню. Какая-то иллюстрация есть или что. Всевидящее око за тобой наблюдает. Закроем за собой дверь, чтобы уборщик не заподозрил, что мы были здесь. Или что мы до сих пор находимся здесь. Хотя он нас видел, он за нами уже бежал. Так, я здесь был. Здесь был. А на третий этаж подняться можно? Любовное письмо. Любовное признание. Письмо, написанное студенткой. Как-нибудь прочитать можно его? И с этим я никак взаимодействовать не могу. Дверь не открывается с третьего этажа. Пойдемте вниз. Найдем элементы, которые они всегда используют. Или инструменты, или элементы. Дерево-призрак. Неинтересно. Вот здесь и находятся ключи. Только где взять пароль? Так, а пароль у нас находится там, где находятся инструменты, которые они всегда используют. А инструменты я видел только в сумке. Так, слышу колокольчики, бубенчики или ключи. Значит, где-то идет уборщик. Закроемся. Вот он идет. Я надеюсь, он меня не увидит. Если я буду так стоять, на меня же фонарик не попадет. Я надеюсь, он сюда заходить не будет. Вроде бы по звуку он уходит дальше. А, смотрит второй этаж. Да, он поднимается на второй этаж. А мы идем за инструментами. Нам надо так сделать, чтобы он нас не поймал. Инструмент у нас возле автомата, вроде бы там сумка стоит. Может быть там? Так, 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 так. Где-то здесь, вот здесь вот. Вот. 3-1-2-6. 3-1-2-6. О, кто-то в окно стучится. Я хочу рамен. Мне хватит на рамен? Ну-ка, сколько у меня вообще монеток? Посмотрим.
Рюкзак. Полезное и разное. О, полезное. А, здесь не указывается, сколько у меня монет. Ладно, поднакопим и купим вот эту лапшу. Или рис. В общем. Это вкусное блюдо. Для тех, кто не знает, эти, так сказать, вкусняшки предназначены для того, чтобы восполнить здоровье персонажа, но при этом при всем нигде не указывается, сколько у него здоровья есть, сколько здоровья осталось. Здесь у нас ничего. Пойдем откроем этот замочек и достанем оттуда ключ. И тогда мы попадем на второй этаж. Здесь есть что-нибудь? Здесь у нас нет ничего. Так, 2, 1, 3, 6 вроде, что-то такое. Что у нас было? Какой пароль? А, 3, 1, 2, 6. Я думаю, последовательность не важна. Не будем привлекать внимание, зажгем зажигалочку. Так, 6, так, 1, 3, 2. Да, последовательность не важна. Ключ главного здания, первый ключ в аудиторию. Хорошо. Маленький ключ красный. Ага. Так, второй ключ это чтобы для комбинации. Также этот аппарат находится у нас в той стороне. В той же стороне. Только нужен, получается, еще ключ, чтобы комбинировать несколько ключей.